Всем привет, с вами Танами, я продолжаю играть в Stardew Valley. И мы сейчас, как обычно, будем смотреть телевизор. Предсказательница. Очень рады, значит, мы можем идти в шахту. Прогноз погоды... Подождите, почему дождь идет? Нам же обещали солнце. Так, у нас есть 5000. О, смотрите-ка. Перчик. А, это не перчик, это помидорки. А вот перчик. Жгучий перчик. Так, погодите, нам нужно было Джорджу отнести перец. Джордж, как ты выглядишь-то, Джордж? Диметриус. Джоди, Робин. Так, Эмили. Джордж. А, это этот старик, ворчун который. Хорошо, принесем мы тебе жгучий перчик. Так, только мы сначала займемся нашим хозяйством. Кстати, там надо было, по-моему, 150 камня и... О, пшеничку можем собрать. Так, погодите-ка. Курочки. Ого! Ну вы даете. Курочки счастливы. Так, Мотя. Полтора сердечка. Полтора сердечка. Полтора сердечка. И полтора сердечка. Так, нам надо сено. Ой, ёшкин кот. Мусор мы можем выкинуть. Вот это переложим сюда. И возьмем сено. Четыре штуки. Пойдем сделаем сейчас майонез из вот этих яиц. Перчик отнесем Джорджу один. Главное не забыть. Так, 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 и яйцо. Вот так. Такс. Возьмем 5 слитков. Нам лейку еще нужно улучшить. Но нам деньги нужны на улучшение. На улучшение. Точнее, на приобретение хлеба. Эй! Почему она? Давайте пройдемся по дорожке. Так. Тут ничего. Мне кажется, что она просто ломается, и поэтому она нам попадает в руки, так сказать. Ой, господи, да что же меня так пугает этот гром дурацкий. Так, наживочки, наживочки. Да уйди ты, пугаешь, ну. Мне просто интересно, где мы нам хлев поставить. Я даже не представляю. Пусто. Скорее всего, где-то вот. Вот-вот-вот. Вот. Где-то вот, вот тут вот. Если он сюда влезет. Я просто не знаю, улучшенный хлеб он больше будет. Вот сюда он должен влезть. И надеюсь, коровам будет много места, где гулять. Ай. Да, и травка растет. Давайте пойдем. Для начала заберем нашу мотыгу. О, смотрите-ка. О, боже. Кукурузка, оказывается, она у меня есть. Она будет расти 2 сезона. Так. А что, не влазит, что ли? Кукуруза нам надо было для узелка. 5 штук золотых кукурузин. И, по-моему, да, и обычная. Давайте золотую мы оставим, если она у нас есть. Нет, золотой у нас нету. И одна обычная. Это сюда.
Так, погодите. Да стоять, ну что ты положила? Так, а все, серебряную положим. Эту одну положим, жгучий перец. Так, помидорки. А Джорджу мы отнесем золотой перчик. Вот, в узелок мы отнесем эту кукурузку. Пойдемте. Жгучий перец. Если бы я еще помнила, где этот Джордж живет, было бы вообще замечательно. Нам еще сходить к Робин, сходить к кузнецу за мотыгой и отдать ему лейку. Блин, я слитки забыла. Или не забыла? Забыла. А, точно, нам же нужно на коровник деньги. Джордж, где же ты живешь? Я забыла, где он живет. Где-то тут. Ну, тут мэр живет. Вот тут вот, по-моему, он живет. Джордж. Да, Джорджик тут живет. Иди-ка сюда. Есть. Выполнили задание. 200 золота. И все. Все хорошо. Идем к кузнецу забирать мотыгу. И потом направляемся к Робин. Заказывать строительство хлева. Так, давай. Давай нашу мотыгу. Да! Есть мотыга. И раскали нам же воду. Вот эту. Спасибо за глину. Мы пошли. Кукурузку мы относим сейчас в клуб. Кукурузку в клуб. Но для начала сходим на пляж. О! Отлично. Мне теперь интересно, сколько клеток будет копать наша мотыга. Придем домой и узнаем. Хотя мы можем тут узнать. Давайте проверим. Вау! Нифига себе! Обалдеть! О, блин. Класс! Вот это да. Прикольно. Можно такое поле забабахать. С помощью новой мотыги. Так. Но мне удобнее по 9 клеток делать грядочку. 3 на 3, то есть. Вот. Бежим в клуб. Быстренько. Нам бы в шахту отправиться. Пойдемте быстро. В клуб к Робин. Нет, сначала к Робин. Уйди, уйди, мэр. Я не успеваю. Я не успеваю, не успеваю. И это печально. Робин! Робин, ты тут? Фух, она на месте. Построить здание для фермы. Хлев. Блин, древесина 350. Оу, нет, нам не хватает древесины. Ла-ла-ла-ла-ла. Вот, блин. Привет, чувак. Тут есть деревья? Да, есть деревья. Здесь успеем. 350. Давай, давай. Еще чуточку. Триста пятьдесят нам нужно. Как я так, блин, лоханулась? Во, еще деревья. Теперь нам должно хватить, но боюсь, Робин нас
не дождется. Так, нам хватает дерева. Быстрее, 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 быстрее. Быстрее. Ай, Робин не дождется. Не дождется. Нет. Робин. Бобин, давай. Здание для фермы. Хлеб. 6000, блин, золота. Что мы тебе можем продать? Расшири дом, магазин. 6000 золота нам нужно. Так, давайте. О боже. Надеюсь, нам сейчас хватит денег и камня. Что делать? Надо нам 6000 золота. Во! Вот так. Да, Робин. Строим хлев. Построить. Итак. Надеюсь, тут места хватит. Где я запланировала? Да, как раз хватает, смотрите-ка. Куда-то вот. Вот, нет, вот сюда. Блин. Либо вот тут где-то. Сейчас посмотрим. Можно вот тут, в принципе, построить хлев. Да. Можно. Почему нет? Все. Можно дуть в шахту. Спасибо, Робин. Мы пойдем в шахту. И скоро у нас будут коровки. И молочко. Ну, нам на это нужны денежки. Идем. Тут есть уголь? Нет. Так, погнали на 50 этаж. Угу. Так. О, смотрите-ка, сразу. Нет-нет-нет, отвали, 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 отвали. Свалил! Свалил, придурок! Уйди, уйди. Отвали. Фух. Фух-фух-фух. Знаешь что? Иди отсюда. Зашибись. Давай, умирай. Умирай, умирай. Умирай, 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 сволочь. Там вон железо, я вижу. Как же ты бесишь, ну? Вот так. Отвали ты. Иди-ка сюда. Прекрасно. О, ошибись. Так, шахтерская серия будет, и призрака вижу. Отвали. Ай! Ай! Отвали! Отвали, урод! И ты тоже. Не хочу я помирать. То мы забудем
Некоторые этажи, штук 10, так, если мы помрем. Ненавижу этих призраков. Стрёмные ребята. Ай, здоровья мало, надо что-то скушать, если у нас есть что кушать. Давай уже помирай. Почему количество здоровья не показывает? Разработчики не продумали эту ерунду. О, наконец-то. Так, зашибись. Ай, начинается вот это вот. Да уйди ты, сволочь. У нас есть что покушать? Кукурузка. Можем скушать? Видимо, можем. Давай, кушай. Вот. Проход бы нам отыскать каким-то... О, нет, тут много монстров. Я хочу проход. Проход вниз. Да уйди ты, сволочь, уйди. Пусти, пусти меня, пусти. Блин. Сейчас вот опасно было. Нет. Все, отвалите. Блин. Да ё-моё. Чувствую, мы сейчас помрём. Мне бы не хотелось, конечно. Хорошо. Нет. Не-н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 е. Блин! Блин, помрем. Все, свали. Черт! Опасно было! Все, идем домой! Ничего не знаю. Чуть не померла. Да-да, я знаю, что ты спать хочешь. Сейчас уже идем. Робин уже с завтрашнего дня начнет делать нам хлев. Будет замечательно. Такс. Майонез готов. Так. Соберем. Что не так? Вот это кыш. Собираем майонез. Да ладно, блин. Вот это иди туда. Все. Так. Продадим. Это что это? Аквамарин. Майонез. Что? Вот это можем. Дальше шишки, вот эту штуку и вот эту. Остальное мы сложим вот сюда. Вот это сложим, вот это, вот это. Кукурузу мы так и не отнесли. Отнесем завтра. Камень, дерево. Вот так. Камень, ножницы, бумага. Ну и все, идем спать. И встречать следующий день. Да-да. Да, спать. Так, уровень 4 рыбная ловля. Плюс синг на обращение с удочкой. Новый рецепт. Утилизационная машина. Кстати. Боевые навыки. Новый рецепт. Кольцо воина. Хорошо. Так, денежки мы подзаработали. Это замечательно. Без денег мы не останемся. Последний день лета или предпоследний. Пойдем к
телевизору. Предсказательница в ужасном расположении духа. Хорошо, что мы вчера в шахту сходили. День завтра будет ясный, солнечный. Так, танец по полуночных медуз. Мероприятие пройдет на пляже с 22:00 до полуночи. Не опаздывайте. Хорошо. Отдай. Так, холодильник. Что у нас есть? Так, и вот так. Положим сюда и сюда. О! Помидорушки. Блин, уже какой день, дождь идет. Что за нафиг? О, класс. Такс. Кукурузки нету. В принципе, мы можем оставить вот серебряно-золотые для кадок. Остальное мы продадим. Вот. О, еще кукурузка. Кукурузонька. Я не всю собрала, оказывается. Кукурузонька. О, золотая кукурузонька. А нам золотая кукурузонька на... Погодите. А куда я золотую кукурузу дела? Стоять. Что-то... А, я, видимо, ее не отложила. Ё-моё. А нам нужна золотая кукурузка. Серебряную продадим. Эй, назад. Так, за это мы в холодильник отнесем. Но, слава богу, идет дождь, и нам не нужно поливать. Так и так. И это хорошо. Так, растет. А это не хочет расти. Чё за нафиг? Мы так не договаривались. Вау! Персик. Кстати, персик нам нужен в узелок. Нужен. Вот мы его отнесем. Персик, гранат, яблоко. Отнесем персик сейчас и кукурузку. Два персика мы даже подобрали. А, пойдем. Почему это дерево не хочет расти? Все же нормально. Как их сажать-то? Острую ягоду мы продадим. Да не есть. Так, ежевику мы оставим. Один персик продадим. Поехали. Так, что у нас на штаб? Коровник или хлев? Вот он строится, все отлично. Пойдем в клуб. Как же мне быть с этим деревом? Я не знаю, что делать. Может, где-то его тут посадить? Кстати, надо... Давайте попробуем. Где-то вот тут посадим. Да, пусть растет. Пойдем в клубняк. Тут у нас ничего не растет. Так, я забыла про вот эти штуки. На улучшение инструментов у нас денежек нету. Тут есть что-то? Валяется? Нет, не валяется. Блин, нам надо сделать золотой слиток. А у нас нету золотой руды. Я не буду ее покупать, потому что мы можем ее насобирать все-таки.
Так, идем. Кажись, нам сюда нужно было. А, персик, персик, персик. Яблоко сюда. Блин, куда же персик нужен был? Наверное, все-таки туда. Персик, персик, персик. Персик. А, нет. Кукурузка. Есть. Дальше. Персик. Персик вот сюда нужен был. Да. Забирай. Все. Бежим. Сходим на пляж. Соберем все, что накидало нам с моря или с океана. Так, давай. Давай. А почему мы не можем посмотреть? Да, завтра у нас танец полуночных медуз. Это хорошо. Последний день лета. И настанет наконец-то осень, потом зима, а потом опять весна. И так по кругу. Дуем, 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 дуем. Ну что, что-то валяется? Видимо, нет. Так. О! Валяется. Валяется, валяется. О, мужик, здрасте. Так, ясно. Все одно и то же. Червей нету. В общем, гоу. Гоу домой. Привет. Пока. Пока-пока. Итак. Посмотрим, что у нас в крафте появилось. Громад, вот, о боже, сколько всего нужно-то, ну ё-моё. Так, где-то утилизационная машина, дерево, камень, один железный слиток. Мы, в принципе, можем сделать такую машину. Давайте посмотрим, сколько у нас слитков осталось. У нас, по-моему, слитков осталось как раз на улучшение лейки. Чуть не сказала улитки, не знаю почему. Давайте глянем. Но для начала мы продадим все лишнее. Кукурузку, это, вот и вот это все. А, так, давайте посмотрим. Железная руда. О, мы можем сделать один слиточек. Тут у нас слитков есть как раз на... Так, что там нам нужно? Древесина, камень, железный слиток. Древесина, камень, железный слиток. Древесина, камень. Сколько нам нужно дерева? Ого! И железный слиток. Железный слиток мы сейчас добудем, а вот дерева у нас нету почему-то. Пойдем выкопаем дерево. Пропустите нас, пожалуйста. Тут надо мне будет поставить заборы. Угу. Блин, все падает. Так, замечательно. Эй. Так, может быть, мы потом переставим это дело. Я не знаю, может быть, даже вот сюда придется переставить. Возможно, так и будет.
Но, по-моему, тут слишком большая территория для коров. Мне так кажется. Так, вот это, вот это, вот это, вот это. Это срубим. Хорошо. Кстати, где большие пенечки? Там, где древесина крепкая. Они должны были резнуться, или это не та карта все-таки? Чистим территорию. Так. Так. Вот это дерево тоже очистим. Все ушло. Ну капец. Вот камушек еще. Давайте посмотрим. Должны были пеньки быть. Так. Все очистили. Ай, не цепляйся. Где пенечки? Нету пенечков. Текс. Посмотрим. Пройдемся вверх. Пройдемся вверх. Тут Робин колдует. Что у нас здесь? Так, у нас тут дедушкин мемориал. Хорошо, тут можно траву, кстати, скосить. Так, где же эти пеньки-то были? Где-то же они есть. Робин, не подскажешь, где пенечки? Больше некуда идти. А, вот еще есть вниз. Трава тут. Тут пеньков нету, я смотрю. Да, видимо, в этой карте нет пеньков. На той карте, на самой первой. Эй, давай! Текс. Очистили. Давайте этот камень срубим. Копаем. У нас уже дофига камня получилось. Такс. Хорошо. Энергии у нас практически нету. Идем скрафтим утилизационную машину, или как она там называется. Да. Заберем слиток. Майонез. Мы забрали майонез? Да, мы забрали майонез. Так, давайте скрафтим эту машину. Угу. Там ее поставим. Мы ее поставим вот, вот сюда. Что мы тут можем делать? Шишку, наверное, можно туда поместить. Не до... А, боже, наверное, не можем мы шишку поместить. А семена? Наверное, тоже не можем. Наверное, нужно всякий мусор туда, который нам будет тут в ловушках попадаться. Давайте сложим все, что нам уже не пригодится. Жеода, шишка не сюда. Это все мы положим сюда. Вот это и вот это.
Все остальное мы продадим. Так, так. Так, и все. И идем спать. Тут все готовится. Да, ложимся спать. И завтра нас ждет последний день лета. Ну, а я на этом буду заканчивать серию. Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. А с вами была Танами. Всем пока!